Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ну что, данное видео у нас сегодня будет продолжение. Битва за Феникса, за логово Феникса и так далее. Я смотрю, что тут атак было очень много. Давайте мы соберем этот хлам весь. Так, ну что, вроде я так понял, что турнир уже начался. Давайте посмотрим. Подарок я так и не открывал. Сейчас давайте посмотрим, куда же все-таки меня закинули. Я сегодня улучшил 5-й уровень где-то в 10 часов. Ну что, погнали. Так, ну что, донатов впереди я не вижу. Ну, со временем, конечно, они появятся. Ну что, друзья, моя схема, как всегда, сработала, так что не удивляйтесь. Но, в принципе, мне, честно говоря, не нравится, что тут 21 уровень. Ну и тут везде 16. Так, давайте посмотрим приблизительно, сколько у нас тут сетки. Сетка, конечно, будет, друзья, у нас еще заполняться и заполняться. Так что завершение через одну неделю, 6 дней. Ну что, в принципе, все отлично. Если пытаться зайти, например, в 25-ку, получаем мы 10 к атаке защитных сооружений по воинам хаоса. В принципе, нормально. Так, и минус 10 к урону воинам по хранилищам. Так что, друзья, скорее всего, многие из вас будут брать только вот этот один декор. Плюс 10 к атаке защитных сооружений по воинам хаоса. По хранилищам не знаю, если надо будет. Но если вы, честно говоря, не хотите вкладывать много рун, вложение денег, то можете спокойненько зайти в сотку. А в сотке у нас тут вообще... Сейчас давайте пролистаем, посмотрим. 16 уровень везде. Что-то странно, они везде по 16 уровню тут стоят. Ну, в принципе, нормально. Ну, конечно, будем смотреть в дальнейшем, что будет, изменения какие-то происходить. Ну, в принципе, сетка отличная, как для меня. Потому что многие уже рванули вперед, не зная, зачем вам это надо было. Потому что мне уже писали, что попали в такую, честно говоря, не хочу ругаться, что тут уже почти по 1000 уровней. Друзья, ну зачем вы тогда это делаете? Я вот не могу понять. Ну и понятно, если даже у вас есть деньги есть, да и зачем вкладывать, если можно спокойненько своими усилиями взять два подарка. Не пойму я вас, честно говоря. Понятно, что за первое место плюс 10 к атаке защиты сражений по воинам порядка. Ну, здесь понятно, что нужно будет вкладывать. Ну, как по мне, друзья, да не заморачивайтесь вы. Вообще можно брать сотку. По поводу рун, друзья, честно говоря, я не знаю, есть ли смысл открывать руны. Ну, давайте мы сейчас откроем немножко рун по традиции, потому что мне нужно будет дойти до 25 уровня именно с тремя банками. Давайте погнали, посмотрим, сколько. По 1000 я вообще сразу говорю, открывать не буду. Так, давайте я сначала посмотрю, что у меня по заклинаниям, потому что нужно будет мне по забору. Да, испепеляющий луч у меня есть. Вы обязательно напишите, в какую сетку вы попали. Тоже будет интересно послушать ваше мнение. Как вы играли. Хотя можете и не рассказывать вашу тактику. Просто напишите, куда вы именно попали. К донатам или так же, как и я. Так, ну что, пока ничего. Я не знаю, мне нужно банок 18, кажется, всего лишь. Так, есть банка одна. 12 банок мне надо. Подсолнух. Обязательно, друзья, перезагружайте, если вам не выпадает, а не часто. Вот смотрите, я сколько уже раз открыл. Вообще, я рекомендую открывать где-то по 3 банки. Не открывать все сразу, потому что бывает так, что крутите, крутите, и ничего не выпадает. Ну, если посмотрим. Уже, смотрите, выпало около 3 банок. Так, давайте посмотрим. Так, пушкарики пошли.
Вот для личного турнира, вернее для битвы братц, вот собирайте сейчас как раз пушкариков. Так, видите, все, дал несколько банок, и на этом закончилось. У меня очень мало, друзья, я, наверное, в этот раз, я не знаю, у меня будет, честно говоря, по настроению. Можно и правда не заморачиваться, сидеть только в турнире, возьмите один подарок и закрывайте, и не играйте больше ни в чего. По хранилищам оно все равно не нужно. Город как разбивали, так оно и будет разбивать. Так, ну что, подсолнух выпал. Банка, отлично. Все будут выпадать и для заклинания. Вообще отлично. Что-то сегодня сыпет. В прошлый раз я потратил столько рун. Ну, сколько, 25 тысяч, кажется, я потратил. И все пытался вытащить вот эти чертежи для заклинания, и ничего почему-то не выходило. А сейчас, смотрите, и банки сыпить тоже неплохо. Не надо по 1000. Сейчас давайте посмотрим, если еще раз откроет. Мне нужно 12 банок. Так, ну сыпет, не буду я пока ничего делать. Может быть, я наберу. О, смотрите, подряд сразу сыпет. Ну давай еще несколько банок. Ну, давай, давай, давай. Так, все. Вот когда уже несколько раз он не выдает, давайте посмотрим, сколько мне нужно тут банок еще. Я, наверное, так и буду делать. Так, 8. Еще 4 банки нужно. По этим акциям вообще не заморачивайтесь и не покупайте ничего. Вам это не надо. Да, друзья, наверное, все-таки я зайду в сотку. Я не буду сражаться 18, сколько там еще дней осталось? 16 или 17? Так, смотрите, уже пошли заклинания. Так, все, вот здесь, друзья, уже нужно будет перезагружать, наверное. Сейчас давайте я хочу посмотреть, сколько мне нужно еще для чертежей. Ой-ой-ой, еще 2 штуки. Вот только ради этого я и руны и открываю. Да. Странно, что-то не хочет давать. То вот выпадал, выпадал. Вот подсолнух. Вот подсолнух эти часто выдает, а те ромбы никак. Так, банка. Можете и не перезагружать, можете вот просто закрываете. Сейчас посмотрим, если еще с эльфами дадут что-то. Так, дали банку еще. Если периодически пропускают войны и банки, то можете не перезагружать. А вот когда начинают давать заклинания одни, они, конечно, не нужны. Вот, видите, второй раз уже пошло не то. Я думаю, здесь все-таки нужно будет мне открыть вот эти 4000, а 10 тысяч оставить, наверное. Ну, не знаю, посмотрим. Ну и периодически смотрите, если вас выкинули уже в сотки, то играйте дальше. Ну все, я не вижу смысла. Надо будет перезагружать, все, больше выдавать не будет. Ну что, давайте вырвемся на арену, посмотрим, что у нас сейчас есть. Но мне, в принципе, сетка понравилась. Да я, в принципе, постоянно попадаю вот в такие сетки. Если я не активно играю, а играю вот с пропуском, то вполне нормально можно будет попадать вот в такие сетки. Так, ну что, наверное, надо будет нападать на этого. Да, друзья, многие пишут мне по поводу зиккуратов, что почему я их боюсь. Друзья, я их не боюсь, мне и пирамида не страшна. Просто я стараюсь уничтожать почему-то по привычке зиккурат. А на башню огня я вообще не переживаю. Хоть она и мощнее, но почему-то я именно зиккурат. Зиккурат, не забывайте, вот про такой забор, пока будет тут трой ломиться, 2 слоя забора, зиккурат его уничтожит. Так что не надо мне там ничего рассказывать. Зиккурат тоже мощный. Так, ну что, давайте запустим тролликов. Запустим орков немножко. Запустим эльфов.
Я раньше как-то переживал насчет этой пирамиды, а сейчас вот ждал именно, когда она будет активироваться, потом чуть дальше больше войск запускал. Это все, друзья, ерунда. Можете запускать и сразу. Она в основном работает на энтом. Вот если захотите, чтобы отвлекалось что-нибудь, запускаете, например, одного энта, и пирамида сразу активируется на него. Так, есть у нас эльфы. Давайте запустим. Я, друзья, не буду вам голову заморачивать. Сделаем один бой, я один раз улучшу. Ну и потом уже, соответственно, я буду открывать подарок, но это уже потом. Воинов я, друзья, не экономлю. Мне это не нужно. Я стараюсь их побыстрее избавиться, чтобы нанять стандартную атаку рыцарей там и гоблинов. Больше ничего. Вот смотрите, вроде город как бы не такой сильно мощный. А смотрите, сколько я уже запустил. А ничего не помогает. Странно, да? Не люблю я расширенные города. Так, ну что, ладно, все. Достало меня это. Давайте посмотрим атаку. Запустил я еще немножко орков. Посмотрим, как они сражаются. Так, тут нужно будет запустить немножко лучников, чтобы сбили замок, если есть они у меня, да. Давайте запустим эльфов. Вот смотрите, как зиккурат мочит. Раз, 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 и все. Я не знаю, может быть, попробовать в этот раз изменить тактику немножко, а попробовать, например, вот нанимать немножко эльфов для зачистки зданий, потому что эльф, он немножко издалека бьет. Смотрите, как пушка. Да? Пушка уничтожила их быстро. Так, ну что, где мой пушкарь? На зачистку. Да, мне многие спрашивают, музыку хотят фоновую какую-то. Друзья, многим музыка не нравится, я не буду ее устанавливать. Можно, конечно, смонтировать все, но я не хочу. Потому что я как-то уже снимал обзор с музыкой. Многим не понравилось. Так, ну что? Опа, не заметил я горгульку одну. Что-то очень медленно тут все происходит. Вот потому я не особо люблю вот с этой кучей армии. Я знаю стандартно. Вижу город и смотрю, смогу я рыцарями вынести его или не смогу. А тут неизвестно, пойдет оно, не пойдет. В этих пушкарей надо было мне вообще на битву браться немножко установить. Еще накрутим немножко. Так, ну что? Смотрите, не получается его пройти. Ну что это такое? Давайте уже быстрее. О, я даже по времени не успел. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ладно, ничего страшного. Ну что, друзья, давайте. О, и волшебник приперся. Закрываем сразу. Мы это не берем. Ну что, подарок буду открывать именно на 21 уровне. Так, ну что, как я и говорил, устанавливаем сразу три банки, склянки. Я не заморачиваюсь, не экономлю. Кто-то говорит, что нужно одну устанавливать. Друзья, это все бред. Пока шанс плюс 10 вы не получите, по одной банке вам бесполезно устанавливать. Ну что, погнали. Ну, сразу 10 уровень. Та-дам! Плюс 5. Ну и так, друзья, несколько, ну сколько, минут 20 мне понадобится, чтобы я дошел до 21 уровня. Ну что, друзья, всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока!